господа, всем привет! Сегодня, значит, хочу показать такую прикольную штуку. Мобильное приложение под названием... Под названием оно у нас TinyScan. Это такой мобильный сканер, которым можно отсканировать документы. Вот, а потом их, конечно же, распечатать. И сейчас мы будем смотреть, как этот сканер работает в действии. Так. Значит, все это дело выделю. Сейчас мы обработаем. И вот у нас такой вот результатик. Ну, сейчас я, конечно, распечатаю и покажу вам, как это выглядит уже на листе бумаги. Ну и, в общем-то, дело получилась у нас вот такая вот штука. Вот так вот делает наш документы мобильный сканер виртуальный. Так что смело можете распечатывать такие документы, их никто не отличит от, скажем так, настоящего сканера, который сканирует документы. Это очень удобно, потому что сфотографировал, скинул файл на компьютер, если у тебя нет сканера, и распечатал документ, и все, у тебя есть отсканированный документ. Только отсканированного телефоном, а именно программой, которая называется TinyScan. Вот такая вот классная прога. Удобно и практично. Ну и если вам понравилось видео, ставим лайки, пишем комментарии. Спасибо всем за ваши просмотры. До свидания.